Каждый житель нашей большой страны от Камчатки до Калининграда знает государственный гимн Российской Федерации. Ведь гимн – это один из официально государственных символов нашей страны наряду с флагом и гербом. Музыку гимна написал Александр Васильевич Александров, а стихи – Сергей Владимирович Михалков. Для меня гимн – это священная песня о моей родине и ее народе. Она напоминает мне, в какой великой стране я живу. Каждое слово гимна Российской Федерации отзывается у меня в душе. Россия – священная наша держава. Россия – любимая наша страна. Могучая воля, великая слава. Твое достояние на все времена. Сергей Владимирович Михалков сумел передать всю красоту России. От южных морей до полярного края раскинулись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая, хранимая Богом родная земля. Гимн также восхваляет мудрость всего русского народа, многонационального и сильного. Гимн наполняет мою душу любовью к отчизне, дает чувство свободы и патриотизма. Сергей Владимирович Михалков создал прекраснейшее произведение искусства, которое для меня значит дань уважения к родине, а также гордость за всех жителей России.